В Италии стартовала самая масштабная приватизация за полтора десятка лет. На биржу выходит национальная почтовая служба «Поста Итальяна». Правительство запустило процедуру первичного размещения на открытом рынке 40% акций компании. Подписка открыта до 22 октября. Государство надеется выручить 4 миллиарда евро. Полностью актив оценивается почти в 10 миллиардов. Гендиректор «Поста Итальяна» Франческо Чао. Это крупнейшая приватизация в Европе в этом году, и она дает хороший импульс другим приватизациям в будущем. Мы надеемся показать инвесторам в нашем бизнес-плане, какие интересные перспективы открываются перед компанией и перед Италией в целом. Выручку от продажи акций почтовой службы и других активов, которые планируется вывести на биржу, правительство Маттео Ренци рассчитывает потратить на сокращение гигантского национального долга Италии, превышающего 2 триллиона евро. История «Поста Итальяна» насчитывает 153 года. Компания со штатом 145 тысяч человек и 32 миллионами клиентов в прошлом году заработала 28 миллиардов евро. Главным образом не доставкой писем, а финансовыми услугами. Сбережения итальянцев в почтовом банке оцениваются в 420 миллиардов евро.